На автобусной остановке в Балыково больше года живут бездомные собаки. Одни саровчане подкармливают животных, другие грубо их прогоняют. Рядом обустраивают новые частные дома. По словам жильцов, собаки агрессивно реагируют на прохожих и мешают стройке. Светлана Ермакова живет чуть дальше и иногда выходит на остановку раньше, чтобы покормить пушистых друзей. Проблема в том, что здесь обижают животных. Конечно, животные здесь никому не нужны. Я прекрасно это все понимаю, но и не могу допустить, вот сейчас опять попадаю, не могу допустить то, что вот так вот относится к животным. Со слезами на глазах Светлана рассказывает, что строители соседних домов жестоко обращаются с животными, избивают лопатами и прогоняют с остановки. Когда женщина кормила собак, мужчины накинулись и на нее. Саровчанка неоднократно предлагала компромисс. Надо выловить все-таки животных, и чтобы люди жили спокойно. Вот это зло не было, свою агрессию на животных не срывали. Ну, вообще-то, я думаю, что службы должны заниматься вот такими бездомными животными. Если у них же есть и волонтеры, даже вот такие, как я, посторонний человек, я тоже могу принимать участие. Волонтеры из приемника предложили забрать собак на 10 дней, накормить и сделать прививки. Больше этого срока держать животных не смогут. Нет мест и средств на содержание. В департаменте городского хозяйства пообещали в ближайшее время организовать отлов и пристроить собак. Мы должны помогать животным, а не обижать их, не бить, носы перебивать, и лапы перебивать, и обращаться в службу. Да, конечно, это время занимает, но и тем не менее, мы же люди, должны оставаться людьми. Если проблемой не заняться сейчас, собак будет еще больше, как и конфликтов местных жителей. Остается надеяться, что они смогут договориться и решить вопрос мирным способом, а животные найдут достойный приют. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.